В Рубском районе прошли спортивные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне, возвращению карачаевцев на историческую родину и памяти героя России Канамата Баташева. Участники соревновались в толкании камня, поднятии гири и борьбе на поясах. Подробности у Али Баташева. Правила просты, как слова поговорки: «бери больше, кидай дальше». За 3 попытки нужно бросить камень весом около 12 килограммов как можно дальше. Самый высокий участник соревнований, Сослан Бастанов из Новой Джигуты, справляется с этой задачей лучше всех. Народы карачаевцев всегда это было, где сабантуи, где собирались, где старшки всегда кидали камень. Я смотрел на старших братьев всегда, и всегда хотелось. Тогда, ну, еще маленький был, не мог, всегда стремился к этому. Я как вырос, всегда, ну, получается, выигрываю, нравится. Как вот оцениваете свое выступление? Я думал, лучше будет, что камень чуть тяжелый. Когда чуть тяжелый, у меня не так хорошо получается. Когда полегче, хорошо, ну, улетает. А вы пробовали давно кидать камень? Вообще никогда не занимался этим. И кидаю, постоянно выигрываю, получается. Проявить свою силу можно и в таком состязании, как поднятие гири весом 32 килограмма. Разрешается только один подход к снаряду. Но самым захватывающим и динамичным зрелищем стала борьба на поясах. Каждый удачный и ловкий бросок сопровождался бурной реакцией болельщиков и тренеров. Когда противники сильные, побеждать сложнее, но интересней, считает 10-летний спортсмен Ансар Ижаев. Борьба – это не просто. Это очень тяжело, но это нужно сильно тренироваться, нормально, все. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Борцом. Лучше пускай борются, любые вопросы решают здесь, на траве, на ковре, чем вот эти лишние интриги. Тем более сегодня дети борются в памяти такого человека знаменитого, который сделал обыкновенное. Я разговаривал с его братом, который вот Ханамата Буташева. Оказывается, Ханамат в молодости очень хорошо боролся. Все победители получили награды, а подарком для зрителей стал праздничный концерт. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район.